Небольшой уютный провинциальный городок расположился в предгорьях Кавказского хребта на берегу небольшой реки под названием Адагум. Географическое положение более чем удачное. С одной стороны степи, с другой стороны горы, откуда открывается панорамный вид на город. Всего в 40 километрах от города Черное море. Здравствуйте, меня зовут Евгений. Это канал Вселенная Beautiful World, проект географии России. И сегодня мы приехали в Краснодарский край, город Крымск. История этого населенного пункта начинается с 1858 года. Казачья сотня на левом берегу реки Адагум начали строить верхнее Адагумское укрепление. Строительство сооружения осуществлялось отрядом под командованием наказного атамана кубанского казачьего войска генерал-майора Филипсона. Затем в укреплении была размещена штаб-квартира 73-го Крымского пехотного полка. Позднее укрепление было переименовано в Крымское, а приказом номер 332 по Кавказской армии от 25 июля 1862 года на левом берегу Кубани образованы первые 25 станиц, в том числе и Крымское, на месте бывшего укрепления. Первыми поселенцами стали 140 отставных солдат, которые пожелали поселиться возле крепости, а также штрафные казаки, присланные из других регионов. Всего 201 семья. В период основания станицы обширные территории в округе некому было обрабатывать. Поэтому земли в этих местах ценились дешево и продавались практически за бесценок. Вскоре в Крымскую стали прибывать новые переселенцы. Урожаи значительно выросли. Станица была многонациональной. Ее населяли представители 42 национальностей. Были даже итальянцы. Это позволило выращивать новые культуры. В 1873 году поблизости от станицы поселились беженцы из Бессарабии. Они привезли виноградную лозу. С этого момента в Крымске началось развитие виноделия. Диаспорой греков было положено начало выращиванию табака. За пределами станицы находились земельные паи казаков и виноградники. В станице были улицы, но дома здесь располагались на расстоянии от 50 до 70 метров. Интересно то, что многих переселенцев по прибытию в станицу ждали готовые дома. Строительством этих домов занимались подразделения инженерного полка Кубанского казачьего войска. Существовали специальные строительные бригады, которые готовили срубы домов, и приезжающие в станицу казаки сразу определялись на постоянное место жительства. Казармы инженерного полка располагались на территории современных больницы и поликлиники. В конце 19 века в Крымске начинается большой экономический рост. Все дело в том, что в 1864 году в долине реки Кудако отставным полковником Новосильцевым была пробурена первая нефтяная скважина в России. Сейчас на том месте установлен памятный знак «Вышка Бабушка». В 1885 году начинается строительство железной дороги из Екатеринограда в Новороссийск через станицу Крымскую. В то время центр города украшал храм святого Михаила Архангела, построенный в 1886 году. На этом месте в наши дни находится парк имени Тельмана. К сожалению, даже фотографии этого храма не сохранилось. К началу 20 века в станице проживало 20 тысяч человек. Для удовлетворения их потребностей имелось 157 торговых заведений, 3 частных кинотеатра, сад для гуляний, зал для спектаклей, кофейни, греческая школа, в здании которого сегодня располагается краеведческий музей. Небольшая дизельная электростанция освещала центр станицы Крымской. К 1914 году здесь действуют кожевенные, кирпичные, пивоварные заводы, консервная фабрика и маслозавод. В 1888 году было завершено строительство железной дороги Екатериноград-Новороссийск протяженностью 254 версты. Ее торжественное открытие состоялось 24 июня 1888 года. Дорога пролегала через станицу Крымскую,
где была построена железнодорожная станция Крымская. От вокзала до рынка станицы начал курсировать трамвай. Это событие являлось важным фактором для дальнейшего развития поселения. Станица превратилась в важный узловой населенный пункт. В Крымске появилась новая социальная прослойка – пролетариат, объединившая железнодорожников и рабочих железной дороги. Уровень доходов в Крымской значительно превышал доходы в центральных губерниях России. Это привлекло в станицу желающих поработать на богатые казачьи хозяйства. Начала образовываться новая прослойка населения, которая стала заселять окраины станицы Крымской – Слободку. Со временем доля казаков относительно общего населения сократилась. В 20-тысячной станице число казаков составляло лишь 5000 человек. Это отличало Крымскую от многих старых станиц Кубани. Среди переселенцев были и мастеровые люди – кузнецы, столяры, рабочие других специальностей. Приезжающих становилось все больше. Такая ситуация привела к конфликтам и стычкам. Дело в том, что приезжие не получали землю. Ее получали только казаки. Земля выделялась за какие-либо заслуги или при рождении сына. При этом к земле прирезался участок. Например, за рождение сына добавляли 20 десятин. За рождение дочери земля не полагалась. Только за будущего казака. Приезжие не получали землю, и они оставались недовольными. К 1917 году в станице Крымской были построены церковь, электростанция, несколько школ. После Великой Октябрьской революции Крымская становится центром революционного движения на Кубани. В станице была установлена советская власть. Распоряжением Ленина казаки лишались их земель и домов и были объявлены вне закона. Сегодня Крымск, как и множество других небольших городков, если ориентироваться на количество жителей, то он находится в третьей сотне крупных городов Российской Федерации. Занятость населения здесь обеспечивает консервный комбинат, завод стеклотары, построенные совместно с турками, знаменитые винзаводы, опытная и селекционная станция, узкопрофильный йодный завод, единственный в России, и множество других более мелких предприятий. На северной окраине города Крымска расположен военный аэродром, где дислоцирована авиагруппа, входящая в состав 7-й бригады Воздушно-космических сил.